Можно записать вечернее видео. Да, я, наверное, сейчас это сделаю. Только убавлю музычку, да, и запишу для вас вечернее видео. Черт, работала сегодня, доставляла счастье, придумала какую-то нормальную такую тему для видоса. Но я не помню, представляете, да, у меня память как у рыбы 3 секунды. 3, да, всего 3. Мне пофигу, потому что я сейчас провожу время со своим любимым. Со своим любимым Бакарди, Факундо Бакарди Forever. Да, надо новую татуировку сделать, которую я посвящу ему. По всей видимости. Что вам мне еще рассказать? Мне вам еще рассказать. Правильно сказала. Неплохо прошел день для понедельника. Очень прекрасно, шикарно во всех смыслах. Вот. Завтра буду чуть-чуть укорачивать челку, а то сегодня пришлось ее уложить вот так. Да, не знаю, просто, бля. Узнал, что есть, оказывается, другие блогеры, кроме меня, да, у которых до хера подписчиков, тысяч просмотров. Да, я поняла одну фишку, чем тупее, тем смешнее. Вы представляете, да, чем тупее, тем смешнее. Ну куда еще тупее, что мне вам, ну мне еще ахинею вам нести. Я не знаю, просто предложите мне какую-нибудь, давайте, не знаю, ну конкурс, не конкурс, просто предложите мне кто-нибудь самую тупую тему для видео. Я сниму по этой теме видео. Если оно наберет много просмотров, у меня какой-нибудь презент, так и быть. Всевозможные темы уже использовала. За вас, дорогие друзья. Счастья, здоровья, любви и всего.